Пожалуй, каждый в детстве собирал конструктор Лего, сооружал различные замки и фигуры. Студенты 4-го курса Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета уже не в первый раз создают из обычного конструктора роботов, которые передвигаются и преодолевают препятствия. В информационном агентстве «Татаринформ» ученые Казанского федерального университета презентовали сборник столетию образования Татарской автономной Советской социалистической республики. В IT-парке прошел финал конкурса лучших школьных и студенческих проектов Digital Star. Конкурс направлен на развитие молодежного цифрового предпринимательства. Ребята представили проекты, связанные с умным домом, виртуальной реальностью, робототехникой. Свои работы представили также студенты и школьники ИТИ с КФУ. Диана Шилова, Дарьяна Храбрецова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.